Это первая встреча с главой района представителей молодежного совета второго созыва, который был сформирован в мае. В его состав вошли новые молодые люди, полные идей и планов. В этом году уже удалось реализовать ряд интересных проектов. Один из них – «Наш двор». За лето активисты провели более 200 развлекательных мероприятий для детей в 5 поселениях. У нас были как большие площадки, так и более маленькие, просто во дворах. А наш рекорд – это было 70 человек, это была развилка. Но мы не ожидали то, что в Бутово парке придет около 100 человек. Проект будет дальше продолжать свою жизнь. А мы планируем провести какое-то мероприятие, которое будет проходить во дворе именно зимой. На встрече присутствовали и участники территориальных советов молодежи «Старый город», «Завидное», «Молоковское». Они также рассказали о своей деятельности. Обсудили ряд вопросов, касающихся итогов прошедших выборов, работы волонтеров, трудоустройства молодежи в летний период, затронули и тему спорта. Сошлись во мнении, что программа «Школьный двор», благодаря которой в районе открылось большое количество стадионов, где заниматься могут все желающие, нашел свой отклик у жителей. Глава района отметил, что в зимнее время можно проводить на базе школ в актовых и спортивных залах различные мероприятия. Это предложение ребята взяли на заметку. Приятно, что он готов общаться, сотрудничать и всегда открыто для наших творческих идей, наших творческих проектов. Это очень приятно нам, это дает нам силы работать и развиваться дальше. И, конечно, молодые люди не упустили возможность задать главе вопросы личного характера и спросить совета. Большинство волновало, что же самое важное в команде и как реализовать ее работу, чтобы прийти к поставленной цели. Самое сложное внутри команды — установить те правила, кто окончательно ставит точку принятия решения. Можно поступать демократическими способами, то есть поднимать руку и проголосовать, чтобы большинство высказалось. Но очень сложно принимать не свою идею. Но это как раз хороший опыт, потому что ты преодолеваешь себя. И тем самым обсуждали, что-то решили, и дальше пошли это дело выполнять. В следующем году Ленинский район станет экспериментальной площадкой для проведения проекта «Инициативный бюджет». Его суть состоит в том, чтобы распределение расходов и их полное сопровождение исходило от самих жителей муниципалитета. Определенная сумма в бюджете выделена и на молодежный совет. Глава района предложил ребятам хорошо подумать, на какой проект лучше всего потратить эти деньги. До 15 ноября активисты молодежного совета должны дать ответ. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Ольга Садовская, «Видное ТВ».